В предыдущих сериях. Осень, 1482 год. Киев был охвачен паникой. Городу-крепости со всех окраин сбегались люди, образовывая настоящую давку у ворот. К городу стремительно приближалась крымская конница. Всего несколько дней, и крымцы займут предместья. И так, ровно через 4 дня, после того, как киевляне узнали о приближении крымских татар, Менгли-Герай подошел к предместьям Киева. Причины похода Менгли-Герая на Киев в 1482 году следует искать в 70-х годах 15 века. На историческую сцену выходит еще один претендент на трон в Сарае – правнук ордынского хана Тумур-Кутлуга хан Ахмед, которому в наследство достались земли в Поволжье. Великий князь литовский и король польский Казимир IV Ягеллон в 1480 году отправляет в Крым дипломатическую миссию. Ее цель – укрепить отношения между двумя государствами – была достигнута. Поход крымского хана Менгли-Герая в 1482 году был весьма резонансным событием тех лет. Это было первое масштабное военное мероприятие со времен образования Крымского ханства. Менгли-Герай подошел к Киеву в первых числах сентября 1482 года. Гданьский хронист Каспер Вейнрайх сообщал, что у крымских татар была техника для осады и штурма. Но, как известно, она не понадобилась крымцам. Крымский хан не стал приближаться вплотную к крепости и тем более идти на ее штурм. Со стороны Менгли-Герая, как полководца, это был стратегически важный шаг. Ведь воевода отдал бы приказ обстрелять наступающее войско из пушек и отбить атаку. Войско понесло бы большие потери. Держа основные силы на расстоянии от крепостных стен, хан велел зажечь опустевшие деревянные кварталы, окружавшие крепость. Пламя быстро охватило постройки и перекинулось через укрепленную цитадель. А очень скоро ворота распахнулись, и люди, охваченные паникой, устремились навстречу крымцам. Киев пал без единого выстрела. Цей похід відбувся за фактично намовлянням Івана III, який відправив посольство до Криму. Покидая горящие укрепления, защитники Киева попадали в плен к крымскому войску. Среди пленников оказался и сам воевода Ян Хаткевич с семьей и много известных шляхтичей, которые смогли тоже вернуться домой за большой выкуп. Конечно же, в ханские времена крымские татары не раз наведывались в Киев. И это были не только военные походы. Крымцев с Киевом связывали культурные и торговые отношения. После похода крымского хана Менгли-Герая Киев не утратил своей привлекательности. Устояли древние храмы и даже главная цитадель – Киевская крепость. Постепенно восстановились и обновились после пожара окрестности города. И в этом киевлянам помогали крымцы. Некоторые из них здесь уже жили, другие же, пришедшие с воинами, пожелали остаться в этих местах. И в этом нет ничего удивительного, ведь город по-прежнему занимал важное место в политике Крымского ханства, несмотря на военные инциденты. Задолго до похода Менгли-Герая в Киеве и его окрестностях уже были крымско-татарские поселения, появившиеся здесь со времен хана Тахтамыша, к слову, по одной из версий, похороненного в Киеве. Что же касается сопровождавших крымско-татарское войско людей, пожелавших остаться в этих местах, то это, как правило, были ремесленники и предприимчивые мелкие торговцы, сопровождавшие войско в походах.
Земли Киевщины или Киевское княжество крымские татары называли улусом Манкерман. Ранее эти земли действительно входили в состав Великой Орды, но со временем перешли под власть великих князей литовских. Последние в 1394 году упразднили княжество, но спустя 46 лет восстановили. Юридически киевские князья признавали сюзеренитет крымского хана Хаджигирая над степными землями между Днепром и Днестром. И очень важно отметить, что киевская княжеская династия Лельковичей вела активную прокрымско-татарскую политику, поэтому проживание крымцев на Киевщине поощрялось. Выражаясь современным языком, добровольные переселенцы из ханских владений преследовали коммерческий интерес, так что со временем в предместьях Киева, да и собственно в его пределах, стали появляться и разрастаться крымско-татарские кварталы. Они становились связующим звеном между Бахчисараем и Киевом. Через них начинается активный культурный обмен, который сегодня объединяет современных крымских татар и украинцев. Более того, мы хорошо знаем, что Великое княжество Литовское охотно принимало к себе на службу простых крымских татар, одаривая их особыми привилегиями. Со временем часть из них становилась шляхтой, то есть дворянством в Речи Посполитой, приближенная к власти и королевскому двору. На Киевщине и Братславщине крымско-татарские роды составляли пятую часть всей шляхты. В Синодике Киево-Печерского монастыря есть упоминание о 62 родах шляхты, имевшие тюркские, крымско-татарские корни. Среди них Балагур, Патура, Бердибек, Булгак и другие. На Киевщине в 16-17 столетиях сохранилось много крупных крымско-татарских сел – Арагеево, Ачекмаково, Колтигеево, Чигыры и многие другие. Где именно они находились, сегодня уже сказать сложно. Однако здесь, на Киевщине, впрочем, как и на всей территории современной Украины, сохранились тюркские топонимы, напоминающие о некогда тесных связях с Крымским ханством. Османский историк середины 17 столетия Ибраим Печеви сообщает о том, что на украинских землях Речи Посполитой находилось не менее 60 крымско-татарских селений, в каждом из которых была джами – мечеть. В этих мечетях читалась хутба на имя великого крымского хана. В радянський час завжди давали таку тезу про те, що постійно відбувалася боротьба. От то був такий кордон. Постійно нападали татари, а тут козаки відбивали. Насправді дослідження реально тих джерел, які повідомляють про всі ці події, вони показують, що траплялися як і збройні сутички, так і цілком нормальні торгівельні відносини. Відповідно, часто деякі родини кримських татар поселялися ось тут, на цій території, на теренах Речі Посполитої. Але, на жаль, на сьогодні ми не можемо точно сказати кількість таких поселень. Не только ремесленники, купцы и среднее сословие ханства Мурзы и Оглани оседали в Киеве. Здесь часто бывали первые лица государства крымских татар, а точнее отпрыски ханской династии, по тем или иным причинам находившие в Киеве временное пристанище. Родоначальник первой единственной династии Гераев Хаджи правил 39 лет. Он сумел создать из провинциального Джучьего улуса Великой Орды независимое сильное государство Крымское ханство, вошедшее в список крупнейших государств мировой истории. Однако Хаджигирай не учел одного важного нюанса. Он официально не объявил своего наследника. После смерти Хаджигирая между его сыновьями Нурдивлетом, Айдером, Остимуром и младшим Мингли разразится борьба за трон. Это была жестокая, но не кровавая борьба. У братьев был принцип не убивать друг друга, не проливать кровь чингизитов. И старший Нурдивлет, и Айдер, и Остимур на короткое время занимали трон, но смещали друг друга. Потерпевшие неудачу бежали в Киев. Здесь они восстанавливали силы после неудачи и пытались найти союзников. Отсюда они наблюдали за политическими процессами в Кыркьере, тогдашней столице ханства, и могли в любой момент вернуться в родной Крым и, возможно, если повезет, снова попробовать свои силы в борьбе за власть. Но окончательную победу одержал младший брат Менгли Герай.
слову сказать, есть сведения, что сам Менгли-Герай в начале 70-х годов 15 века рассматривал Киев как место спасения в случае проигрыша конкурентам. Но в Киев бежал не он, зато его внук, бунтарь Ислам-Герай I, зачинщик восстания против братьев своего отца Саадета и Сахиба Гераев, терпя поражение, не раз отступал к Киеву. Здесь, получив военную и материальную помощь, он возвращался в Крым. Благодаря поддержке Киева и, собственно, союзника великого князя Литовского и короля Польского Сигизмунда I, Ислам-Герай I в 1532 году все же стал ханом, но ненадолго. Закрепить за собой трон он не смог. Политическая связь между Киевом и Крымом в эпоху Возрождения никогда не прерывалась. Она имела разные формы, была наполнена драматическими событиями, но всегда оставалась постоянной. Освободительная война Богдана Хмельницкого отразилась на Киеве. 2 января 1649 года гетьман торжественно въехал в город. Его сопровождали крымцы, приближенные крымско-татарского военачальника Тугая Бея. Киевляне устроили победителям триумфальную встречу. Они еще не знали, чем обернется для них визит великого гетьмана. По условиям Переяславской рады, которая, надо полагать, была заключена устно, так как до сих пор не найдено документа договора, с 1654 года Киев становится резиденцией московского воеводы. Хмельницкий разрешил, чтобы здесь, наравне с киевским казацким полком, был размещен московский гарнизон. Свидетельство османского путешественника Ивлия Челеби осенью 1657 года в Киев наведался крымский хан Мухаммед Герай IV. Это были непростые времена для Украины. В августе этого же года умер Богдан Хмельницкий. Весть о смерти гетьмана застала крымского хана в Акермане. Возвращаться в Бахчисарай хан пожелал через свои крайние рубежи – Киев, Канев и Черкассы. Приближение ханской конницы не на шутку встревожило московского воеводу Василия Шереметьева. Бравый вояка, который был смел в расправах с беззащитными украинцами, не рискнул вступить в противостояние с крымским ханом. Напротив, сам явился к хану с дарами и, как писал Челеби, пал ниц у копыт ханского скакуна, заверяя Мухаммеда в покорности и послушанию хану. Хан проигнорировал любезности московита. Он направил в город главу рода Ширин и передал через него, что жителям Киева не стоит беспокоиться, крымцы не причинят им вред, а для него, хана, очень важно благополучие жителей города. Дав передохнуть несколько дней своему войску в пригородах Киева, Мухаммед Герай отдает приказ выступать на юг. Что же касается мусульманских жителей города, то они продолжали жить своей общиной, непрерывно поддерживая связь со своей родиной. Гораздо позже на месте татарской слободы, расположившейся в предместье, проляжет улица с одноименным названием. В современном Киеве есть историческая местность, именуемая Татарка. В середине 19 века здесь уже было несколько улиц. Но если взглянуть на карту местности, то можно увидеть среди кривых петляющих улочек три прямых, пролегающих параллельно друг другу – Половецкая, Печенежская и самая длинная центральная улица – Татарская. Все три улицы получили свое название в честь тюркских народов в 1869 году. По одной из версий, такие названия им дал городской землемер по фамилии Таиров. Місцевість найбільш відома в Києві, де компактно проживали татари, це Татарка. Поселення з'явилися там у 19 столітті. Це здебільшого були нижегородські татари, які займалися торгівлею. І ця місцевість забудовувалась, їм регламентом дозволялось мати тільки дерев'яні будинки, тобто було чітко регламентовано, як вони там мають жити і чим повинні займатися. Татари, які там проживали, вони, займаючись торгівлею, розвозили свій крам по ринках. І там от така фраза є «шурум-бурум», це от як вони пропонують свій товар, от так кияни переробили. Звісно, забудова первісна, вона фактично там не збереглася. Ця місцевість перебудовувалася, здається, теж точно, що тих дерев'яних будинків немає, але, здається, немає навіть і тих будинків, де пізніше проживали татари в цій місцевості. Бытует версія, що першими жителями татарки стали нижегородські купці.
Однако большая вероятность того, что на этом месте уже существовала татарская слобода, а населяли ее выходцы из Крыма. Именно они стали первыми из первых поселенцами этой возвышенности. С тех пор и до наших дней это название неизменно. Те, що ми знаємо про татар Києва, то ми знаємо здебільшого саме 19 століття. На жаль, більш раннього часу, є згадки Труханів острів Тугархана, Батиєва гора від Батия. Такі от відголоски контактів з кочевиками, вони зберігаються, причому тут не тільки відповідно з татарами. Другое тюркское название Труханов остров изначально именовался как Тугурхана остров. Последнее со временем превратилось в Турхан, а затем в Труханов. Тугурхан был кыпчакским ханом, который в конце XI века выдал свою дочь за киевского князя Святополка Зяславича. Именно ее резиденция находилась на этом острове. Итак, тюркский пласт ярко проявлен в столичном Киеве с XI века. И все же наиболее тесные контакты с тюрками приходятся на период Великой Орды и Крымского ханства. Тогда соседи знали украинский язык, и наоборот, украинцы прекрасно владели крымско-татарским языком, о чем говорит большое количество взаимствования тюркских слов в украинском языке. Украина и Крымское ханство жили по своим законам и морали, в которых было гораздо больше точек соприкосновения, чем принято считать.